Сок Helio P35 действительно опережает Snapdragon 652 в тестах. На этой неделе был представлен бюджетный смартфон Xiaomi Mi Play, который стал первым в мире устройств на базе однокристальной системы MediaTek Helio P35. Helio P35 производится силами ЦКК по 12-нанометровому технологическому процессу. Она получила 8 ядер ARM Cortex-A53 с частотой 2,3 ГГц, а также GBA Power Rich 8320. Производитель изначально заявил, что по производительности новая SoC обходит такие однокристальные системы, как Qualcomm Snapdragon 450 и Snapdragon 625. Теперь же появились результаты тестов MediaTek Helio P35 в китайском бенчмарке, в котором SoC набрала 86 352 балла. Это действительно больше, чем у Snapdragon 625, но меньше, чем у Snapdragon 636. Сегодня Xiaomi Mi Play поступает в продажу по цене $160.